Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я являюсь официальным обозревателем компании Oriflame, и сегодня я вам представлю линейку новинок серии Novage Procuticals. Это 5 революционных продуктов, и я смело могу сказать, что мы сейчас с вами совершаем бомбу в космецевтике для домашнего ухода, и этот дополнительный уход будет очень простым, эффективным, функциональным. Я уже попробовала некоторые продукты и дам вам сегодня полное описание, как применять, для кого рекомендуется, с какого возраста и так далее. Итак, приступим. Первый продукт, который я хочу вам представить, это сыворотка-концентрат с ретинолом. Ретинол известен как мощное средство для разглаживания кожи и избавления от мимических и глубоких морщин. Представьте себе, всего за 2 недели использования кожа становится гладкой, исчезают мелкие морщинки, а глубокие становятся менее заметными. Об этом средстве мечтают многие женщины, и самое главное, что этот продукт поможет также избавиться от воспалений на лице, поэтому мы его рекомендуем всем, кто хочет увидеть яркий эффект омоложения всего лишь в течение 2 недель. Как вы видите, сыворотка заключена во флакон белого непрозрачного цвета. Дело в том, что ретинол на солнце, на дневном свету, очень быстро распадается и не дает ожидаемого результата. Наш ретинол заключен в специальный, то есть он инкапсулированный, и вот эти капсулы, они распадаются при соприкосновении с кожей, и ретинол глубоко проникает в кожу, делая свою работу. Итак, давайте посмотрим, как им правильно пользоваться. Нам нужно всего лишь буквально 1-2 капельки средства. Так, открываю. Вот тут есть у нас пипеточка, то есть мы нажали на крышечку, средство набирается в пипетку, мы его аккуратно извлекаем, быстренько капаем себе. Оп, я 1 капельку капну на руку, чтобы вам сразу показать, и закрываем, и храним все эти продукты желательно в недоступном для солнышка месте. И я аккуратненько начинаю наносить эту сыворотку. На коже рук, кстати, тоже можно носить, потому что руки стареют очень быстро. Я наношу, она абсолютно не липкая, очень легко наносится и распределяется по коже, практически не имеет никакого аромата, практически нет, вообще ничего не чувствую. Когда мы используем эту сыворотку? Сразу после этапа очищения. Например, вы вечером, и, кстати, только на ночь, вы сначала нанесли гидрофильное масло, очистили кожу, далее гель-тоник Novage, очистили кожу, промокнули кожу полотенцем, дали высохнуть и наносите ретинол, дали ему впитаться и продолжаете свой комплексный уход. Сыворотку, ночной крем, даете всему впитаться, делаете уход за 30-40 минут до сна, чтобы все средства успели поработать, впитаться и не остались на подушке. Это очень важно. Как долго пользоваться можно этой сывороткой? Курс рассчитан примерно на 2-4 недели. Опять же, нужно смотреть по состоянию кожи. Если кожа в плохом состоянии, значит, курс можно увеличивать. И смотрим за своими результатами. Кстати, я вам рекомендую делать фото до начала курса и после него. Все описание у нас есть в каталоге, очень подробная инструкция, нам постарались наши коллеги так все организовать, чтобы мы максимальную информацию получили из каталога, поэтому внимательно читайте рекомендации. Что еще важно помнить, что все эти продукты мы используем по отдельности, не сочетаем друг с другом и убираем из своего ухода дополнительные средства, которые вы используете, например, эмульсию с предбиотиком убираем, эссенцию с предбиотиком убираем, если вы используете ее, какие-то дополнительные пилинги кислотные и так далее, все убирайте, пока вы пользуетесь этим курсом. Что еще важно? Ретинол, когда мы его используем, нужно максимально ограничиться от солнечных ванн.
Но не страшно, если вы просто вышли куда-то, перешли и так далее. Главное не загорать, не подставлять свое лицо солнышку, потому что может быть вызвана гиперпигментация. То есть раз — и стало малость неприятно. Что еще важно? Главное, если что-то я вдруг забуду, вы обязательно в комментариях под видео задавайте вопросы, я на них отвечу. Вот, кстати, очень распространенный вопрос про купероз. То есть если у вас есть купероз на коже, то все эти средства нужно вводить потихонечку и смотреть, какая реакция кожи. Девочки, кто уже попробовал с куперозом, написали, что ну как бы кожная реакция не была никакая выявлена, то все принято было с удовольствием. Что еще важно, когда вы начнете пользоваться ретинолом, а я думаю, что ну, это будет самый популярный продукт, начните его использовать не сразу каждый день, а потихонечку сделайте 2-3-4 дня, посмотрите, как ваша кожа себя ведет. Если все хорошо, делайте раз в 2 дня, и потом можно делать уже каждый день. Вот это маленькие такие рекомендации. И конечно, каждый день мы утром наносим дневной крем с высоким SPF. То есть чем выше SPF, тем лучше крема, эти дополнительные средства будут эффективнее работать. И еще такой вопрос: можно ли использовать дополнительные средства Novage Procuticals, комбинируя с другими сериями или вообще с комплексными уходами других производителей? Да, можно, но такого мощного эффекта, как при использовании с комплексными уходами Novage, не гарантировано, потому что все клинические исследования проводились именно на базе комплексного ухода Novage. Вот. Если вы еще не пробовали Novage, я очень рекомендую, мне нравится этот уход, и он дает классные результаты, как вы видите по мне. Многие задают вопрос, сколько мне лет, я думаю, что здесь будет об этом сказать актуально. Мне уже буквально через 1,5 месяца будет 47 лет, и скоро я вам расскажу, какой из этих курсов я испробовала полностью. Следующий продукт, я тут немножечко подглядываю, потому что информации много, мы будем с вами смотреть сыворотку с 10% витамином С. Сыворотка выглядит вот таким образом, все приходит в коробочках, все запечатано, вот такая коробочка, и у нас здесь 4 флакона. Как устроены эти флаконы? Если присмотреться поближе, повнимательнее, то мы видим, в каждом флаконе есть дозатор, есть желтенький такой активатор, а посередине помпа, и в ней насыпан сухой порошок витамин С. Дело в том, что если витамин С сразу смешать с эмульсией, которая, то есть с активатором, который будет наноситься уже непосредственно на кожу, то витамин С тоже очень быстро распадается и не дает желаемого эффекта. И когда вы смотрите, что, например, цена этого комплекса 4000 рублей в каталоге, и кажется, что это очень дорого, на самом деле это просто космическая, бомбическая, не знаю даже какая технология, и только компания Oriflame создала вот такой вот необычный формат подачи 10% витамина С на нашу кожу. То есть это идеальная вот концентрация, и самое главное, вот этого флакона хватает как раз на одну неделю. То есть мы нажмем с вами на помпу, давайте посмотрим, как это все работает. Открываем колпачок, и смотрите, вот внутри у нас как раз этот продукт витамин С 10% в виде порошка, и он должен смешаться с активатором. Нажимаем один раз, вот так я вам показываю, все, и нужно перемешать. Пробуем на руку, надо получше перемешать, вот, то есть вот так прям потрясли хорошенько, чтобы порошок весь смешался, нанесли на кожу и убрали в темное место. Очень легкий продукт, легко впитывается, не оставляет липкости и не имеет запаха. Работает.
и потом уже используйте в течение недели. Естественно, храним только в темном месте, недоступном для солнечных лучей. Вот такой вот невероятно крутой продукт. Что нам это даст? Витамин С помогает нам избавиться от пигментации и гиперпигментации, потому что подавляет выработку меланина в коже. И уже через 4 недели значительно улучшается состояние кожи, то есть пигментные пятна становятся светлее, поры сужаются, кожа выглядит сияющей, невероятно. Кстати, вот именно хочется быстрее попробовать именно этот продукт, и я уже сегодня начну его использовать, его применение. Так, что еще очень важно, как мы используем? 3-4 капли вы можете нанести сразу на ладонь, вот так вот распределить и перенести на лицо и область шеи и декольте. Не забывайте, что зона шеи и декольте стареет в первую очередь, даже не так явно выглядят мимические морщины на коже вокруг глаз, как шея очень быстро выдает свой возраст. А все, что останется на ладошках, перенесите опять же на тыльную сторону кистей, чтобы здесь кожа тоже выровнялась, потому что пигментация появляется и на кистях, как у меня одна знакомая говорит: о, гречка посыпалась. И вот чтобы руки выглядели молодо, нежно, ухоженно, поэтому мы остаточки средств, которые у нас на ладонях остаются, переносим на эту кожу. Так, что еще очень важно, также после впитывания наносим привычные средства комплексного ухода, то есть мы действуем так же, как и делали с ретинолом. Далее, что нам еще предстоит посмотреть? Следующий продукт — это сыворотка-концентрат для повышения упругости. Могу даже заявить, что даже убирает дряблость кожи. Сыворотка с пептидами. Вот такая вот большая коробочка, но так как я уже все использовала, оставила вам показать одну ампулку. Вот так вот выглядит эта сыворотка. Ампулы хватает ровно на 2 применения. Утром и вечером. Это единственный продукт, который мы используем и утром. Все остальные мы используем на ночь. Ну, я не имею в виду сейчас маску, мы о ней еще поговорим. Итак, сыворотка-концентрат с пептидами. Что она дает? Укрепляет кожу. Очень мощное укрепление. Я испробовала ее на протяжении 6 дней, но результат я увидела с первого применения. У меня такой восторг. Я вам передать не могу. Буквально за несколько дней до того, как прислали все эти новинки, я заметила, что вот кожа шеи вот в этом месте, если вы внимательно посмотрите на свет в зеркало, если вы, конечно, уже взрослая девушка примерно, да, моего возраста, может быть, да, чуть больше или меньше лет, то вот эта зона, она становится как бы очень тонкой и провисает, дряблой, и при некоторых поворотах шеи как бы собирается. И когда я это заметила при ярком солнечном луче, я была очень огорчена. Вот могу вам просто сказать, что очень-очень, потому что стареть не хочется, хочется всегда как бы радоваться, радовать других своей красотой, чтобы не появлялись морщины, новые морщины, глубокие, чтобы это все не про нас, это все вообще, я не знаю, про кого-то другого, но не про нас с вами. Так вот, я нанесла на ночь после этапов очищения. И когда я наносила, я уже прям вот почувствовала, какие приятные ощущения, она так легко впитывается, никаких там вот жирных следов, ничего не остается. Нанесла, дала впитаться, сверху нанесла сыворотку NovAge Экологен, сейчас использую, и крем тоже NovAge Экологен. Утром я встаю, и я смотрю на свое лицо, у меня удивление. Я смотрю свою шею, я трогаю вот этот контур, он даже на ощупь просто стал такой упругий, понимаете? И я понимаю, что эффект с одного раза. Это очень круто, поэтому я рада, что первый продукт, который я попробовала, это именно вот сыворотка-концентрат с пептидами. Эффективность очень классная. Курс можно повторять периодически, когда видите, что как бы какие-то изменения опять возвращаются. Естественно, курс можно повторять и использовать. Я думаю, что это будет мой любимый комплекс. Я, правда, еще не попробовала эффект всех других. Итак, что
мы делаем? Главное, когда мы все эти средства используем, мы избегаем область кожи вокруг глаз, потому что на коже вокруг глаз они не тестировались. Кажется, все самое главное я вам сказала. Итак, ну, про состав, что это растительные пептиды, какой комплекс, это вы все прочитаете. Я не думаю, что эта теория она так важна сейчас. Главное, что я увидела результат очень быстро и считаю, что это просто круто. Так, продукт приходит в коробке, и внутри коробки нас ждут еще дополнительная коробка, в которой хранятся ампулы. То есть здесь будет лежать 7 ампул, манжета для того, чтобы вскрывать ампулы, и пипетка. Как этим пользоваться? Показываю. Вы берете ампулу с пептидами. Как перед уколом, так нужно стряхнуть продукт, который у нас в верхней части, чтобы он у нас весь оказался только в нижней части. Встряхнули, вставляем в манжету. Нужно сделать усилие. То есть если вы просто вот вставили, ничего не произойдет. Нужно нажать прям с усилием. Оп, щелчок. Ампула выскакивает. Где у нас ампула? Так. Все, аккуратный срез, и мы ампулу вставляем в пипетку. Вот так вот немножечко вставили, и средство вытряхиваем обратно. Ой, то есть теперь в пипетку, чтобы перетекло. Если плохо перетекает, просто немножко вынимаете, давайте воздуху туда попасть. Вот так вот встряхиваем. Потрясли, все перетекло в пипетку. И вот сейчас смотрите важный момент: если мы просто открываем пипетку, то средство может плохо вытекать. То есть ну, вот какие-то капли вытекли, и раз — и остановилось, не идет процесс. То есть вы можете сжать на пузик там пипетки и так далее. Что я вам предлагаю? Смотрите, берем в пальчике пипетку и ампулой работаем как поршнем в шприце. То есть мы чуть-чуть ее приоткрываем и держим, направляем кончик пипетки, чтобы средство попадало нам в ладошку. Чуть-чуть спускаем воздуха, и средство начинает вытекать. Вот таким вот образом работает эта пипетка. Все очень удобно, и всего лишь вот нам нужно 7 дней проделать этот курс. Я думаю, что вы легко приспособитесь, как это сделала я. Вот таким вот образом. Просто круто. У нас еще осталось с вами два продукта. То, что мы все очень любим, это глубокое очищение кожи, чтобы кожа сияла, потому что мертвые клетки, они вот как панцирь друг на друга наслаиваются и очень плохо отстают. И чем взрослее становится кожа, тем вот процесс вот этот вот удаления клеток, обновления клеток, он все становится длиннее. У молодой кожи это где-то 25-28 дней, потом у нас 35-40, потом вообще 60. И думаешь, ну как же вот освободить молодые клетки, дать им вот свободу, чтобы они дышали, чтобы они делали наше лицо розовым и сияющим. И для этого компания разработала специальную сыворотку для обновления кожи с 6% содержанием АХА-кислот. Вот так она будет выглядеть, эта сыворотка, тоже с пипеткой. Кнопка сразу сверху для того, чтобы наполнить пипеточку продуктом. Далее мы открываем сыворотку и буквально 1-2 капельки, но я сейчас прям вот капельку на руки, переносим на кожу и распределяем по коже, естественно, избегаем область кожи вокруг глаз, прям вот подальше отступаем, потому что эта кожа, она абсолютно другая по структуре, и мы на ней не проводим испытания. Наносим сыворотку, и эта сыворотка не смывается, то есть вы даете ей впитаться, и далее делаете свой комплексный уход дальше. И смотрите, что у вас происходит. Отшелушивается верхний слой кожи, текстура кожи улучшается, то есть все поры, самое главное, что идет такой лифтинг пор, поры подтягиваются и становятся менее заметные, потому что с возрастом из-за того, что у нас идет такая вот как гравитация, кожа провисает, и поры тоже раскрываются. Так вот, поры становятся меньше, кожа выглядит более ровной, свежей и молодой. Так, как мы используем? 1-2 раза в неделю вечером после этапа очищения.
рассказала. И самый, наверное, такой вот необычный продукт, который даст быстрый-быстрый результат, это обновляющая маска для лица из биоцеллюлозы с неоцинамидом и экстрактом центеллы. Ценцеллы, вот такое слово. Итак, что с этой маской необычно? Ну, во-первых, материал, из которого она изготовлена, биоцеллюлоза. То есть при нанесении этой маски она полностью повторяет контуры нашего лица и выглядит просто замечательно. Самое главное, что плотно-плотно прилегает к коже, и благодаря этому все питательные компоненты максимально, знаете, как создается вакуум, и они максимально глубоко проникают в кожу. Вот это очень важно. Маску наносим на очищенную кожу на 15-20 минут. Желательно с маской лежать, а не стоять и не заниматься делами. То есть дать максимально коже отдохнуть, напитаться всеми вот полезными питательными веществами. Какой эффект от этой маски? Кожа охлаждается, снимаются все воспаления, она напитывается и выглядит обновленной. То есть складывается впечатление, что сделали подтяжку. Поэтому этой маской лучше пользоваться перед каким-то важным крутым мероприятием, когда вам нужно выглядеть просто сияющей звездой, просто блестяще, чтобы и удивить всех, и самой, ну, самой очень важно выглядеть хорошо, чувствовать себя моложе, свежее, более такой вот сияющий. Ой, у меня такой восторг от всех этих новых продуктов. Итак, что мы с вами получим после использования этой маски? Возможность выглядеть мгновенно. То есть нам не нужно ждать неделю, две, четыре, когда поработает средство, а это мгновенный мощный результат. Итак, я вам вкратце сейчас рассказала о новой коллекции Novage Procuticals. Я вам рекомендую начать пробовать с тех продуктов, которые вам стали более интересны или которые более необходимы. Например, вы мучаетесь от пигментации, возьмите себе сыворотки концентрат с витамином С 10%. Если у вас беспокоят уже глубокие морщины, возьмите ретинол и сделайте курс с ретинолом. Если вы чувствуете, что ваша кожа просто вот, ну, не дышит и хочется ее освободить, то начните использовать сыворотку обновляющий пилинг с АХА-кислотами 6%. Да. Или если дряблость кожи, не хватает упругости, то очень быстрый результат даст сыворотка-концентрат с пептидами. Ну а маску, мне кажется, нужно просто иметь как вот такое стратегическое оружие на всякий случай, если вдруг позовут на банкет или на какое-то мероприятие, или вдруг какое-то свидание, и мы быстро наносим маску и сразу включаемся, просто переключаемся на режим минус 10 лет примерно. Я вас благодарю за внимание, надеюсь, это видео будет для вас полезное. Желаю вам всем молодости, красоты, выглядеть с каждым днем еще лучше и лучше. С Oriflame это возможно. Жду ваших комментариев и до новых встреч.